Суровый минус, пронизывающий ветер, обильные снегопады, классическая русская зима в самом разгаре. На несколько дней в Ивановской области введен режим чрезвычайной готовности для дорожников, коммунальщиков и специалистов МЧС. А как чувствуют себя обитатели Ивановского зоопарка? Ведь среди них есть и представители южных широт. Готовы ли они к грядущим крещенским морозам и природным катаклизмам? Давайте узнаем. Зоопарк к морозам готов, отчитывается руководство. В помещении убрали только теплолюбивых питомцев, в основном пернатых, попугаев и соколов. Остальным обитателям зиму коротать на улице. К понижению температуры готовы все четвероногие. А многие, например, полярные волки, ждут этого с нетерпением. До минус 50 градусов комфортно будут чувствовать себя и японские макаки. Тяжелое испытание для большинства питомцев зоопарка – зима теплая. Да, животным некомфортно где-то, когда в теплой шубе вдруг они испытывают плюс градусов, мокрый снег, дождик. Им это некомфортно, поскольку и жарко, и неуютно. Ну, а когда температура минус, и, соответственно, их шкурка готова к зиме, конечно, они более веселые, более энергичные, более им комфортно в этом. Если кто и пострадает от холодов и снегопадов, так только люди, сотрудники зоопарка. Им придется чаще носить воду питомцам, заготавливать больше кормов. Ну и, конечно, разгребать снежные заносы. Все кризисные ситуации продуманы и выработаны алгоритмы их решения. Во-первых, у нас все замки, все запоры, все перегонные устройства смазаны специальной жидкостью, чтобы сильные морозы было как можно проще открывать и закрывать побыстрее. Также готово дополнительное питание, чтобы при случае сильных морозов животным от питания разделять на несколько раз в день, увеличив его. Единственная проблема, которую сейчас испытывают животные Ивановского зоосада – перепад температур. Хвостатых называют метеочувствительными. По их поведению можно определять погоду. Например, сейчас четвероногие предсказывают холода. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.